Дорогие друзья, рада нашей новой встрече. И сегодня с удовольствием расскажу вам о новинках Faberlic Home, которые выйдут летом и в самом начале осени этого года. И наша первая новинка – стиральный порошок для деликатных тканей и шерсти. Как и другие порошки бренда Faberlic Home, это продукт с абсолютно новой профессиональной формулой, также производящейся в Германии. Встречайте его в 12-м каталоге. Порошок предназначен для особых тканей, поэтому и формула у него особая. Он эффективно устраняет пятна, при этом нежно и бережно очищает самые капризные и деликатные волокна. Сохраняет цвета, защищает шерстяные и спортивные ткани от усадки, деформации и появления катышков. Проверен и рекомендован для стирки в холодной воде. Этот продукт выходит в новом формате упаковки, благодаря чему теперь и здесь мы гарантируем, что одна упаковка нашего порошка заменяет 3 килограмма обычного. И приятный сюрприз. Наш новый улучшенный продукт будет на 25% выгоднее, чем предыдущий порошок для шерсти. И, конечно, такая важная тема, как безопасность. Новый порошок для деликатных тканей не пылит, поэтому не попадает на слизистый и комфортен для использования даже теми, у кого есть аллергия на обычные порошковые средства. Он прошел углубленную дерматологическую проверку и одобрен для нежной, чувствительной кожи. Порошок кондиционирует и смягчает ткани прямо во время стирки. Прекрасно выполаскивается и рекомендован для ухода за одеждой всей семьи, включая самых маленьких. Отвечает новый деликатный порошок экологическим стандартам. В основе его формулы 4 группы компонентов – минеральные и кремниевые соли, особый природный минерал бентонит для смягчения тканей, натуральное мыло и моющие компоненты растительного происхождения. В нем нет лишних и потенциально агрессивных веществ, поэтому я с радостью предлагаю вам попробовать его и, конечно, поделиться с нами вашими впечатлениями. А наши следующие новинки дополнят категорию средств для мытья посуды. И это не просто средства, а нежные бальзамы для мытья посуды. Их особенность – легкая кремовая текстура и воздушная пена, прекрасно удаляющая загрязнение. А для заботы о коже рук каждый бальзам обогащен витаминами и маслами. Средства одобрены для чувствительной и даже раздраженной атопичной кожи и рекомендованы в том числе и для детской посуды. Миндальное масло в мягкой формуле первого бальзама способствует защите ногтей от воздействия воды, а витамин Е смягчает и предупреждает сухость и раздражение кожи. Во время использования вы сможете насладиться соблазнительным ароматом миндального молочка. Бальзам для мытья с депантенолом защищает от сухости и поможет восстановлению и увлажнению раздраженной водой кожи. Этот продукт рекомендую тем, кто любит нежный, манящий аромат клубники со сливками. Оба продукта созданы на основе мягких моющих компонентов, органических соединений и полностью гипоаллергенных композиций, что делает их максимально безопасными как для самой нежной кожи, так и для окружающей среды. А попробовать их можно будет в самом начале осени в 13-м каталоге. Как всегда, мы создаем наши новинки для того, чтобы подарить вашему дому красоту и заботу. А сейчас еще один важный момент. Совсем недавно вышла наша новая серия биосредств Home Gnome Greenly. И сегодня я представляю вам наш познавательный фильм об уникальных особенностях этих продуктов. Смотрим. Это могла бы быть моя история. Но, к счастью, это не я. А вот это уже я. Да, я могу разговаривать. Правда, меня никто не слышит. Это Маша. Она хорошая, но немного неуклюжая. Это Бублик. Он любит иногда приходить ко мне в гости. Это муж Маши, Юра. Вечно куда-то девает свои носки. Я тут вообще ни при чем. Вот так и живем. В дружбе и согласии, можно сказать. Если бы не одно «но». У нас в доме очень жесткая вода. И я не могу отстирать некоторые особенно въедливые пятна. Давайте я расскажу об этом поподробнее. В природе вся вода обогащается солями кальция и магния. И жесткость воды – это их количество. Чем выше содержание этих солей, тем выше жесткость. Знаете ли вы признаки жесткой воды? Накипь на чайнике, разводы на посуде после мытья,
Новые следы от капель на зеркале в ванной всего через пару дней после уборки. Более 30% регионов в России имеют жесткую или очень жесткую воду. И эта проблема актуальна по всему миру. Соли оседают на механизмах стиральной машины. Любые пятна и загрязнения хуже удаляются. Одежда быстрее изнашивается и становится жесткой. Решение – новый специальный порошок для жесткой воды от Faberlic. Привет. Привет. Никогда не встречала говорящий стиральный порошок. Эй, я тут. Я гном Гринли. Ты чего такая печальная? Не могу ничего отстирать нормально в этой проклятой жесткой воде. Я тут, чтобы помочь тебе. Я родом из Голландии. Создан на производстве компании Sensora, которая, кстати, является поставщиком королевского двора. И я знаю все о жесткой воде и как с ней бороться. В основе нашего стирального порошка минералы циолиты. Их называют природными губками. Циолиты ловят ионы кальция и магния, нейтрализуют их и обеспечивают легкое удаление загрязнений. Важно, что циолиты безопасны для здоровья и окружающей среды. Они одобрены строгой сертификацией Ecolabel, EcoCert и Asthma Allergy Nordic. Стиральный порошок Home Gnome Greenly эффективно смягчает воду, прекрасно отстирывает и бережет одежду. Home Gnome Greenly работает даже в жестких условиях. Да, как оказалось, вопрос жесткой воды очень актуален. И наши биосредства впервые предлагают решение этой проблемы. Мы очень рады, что все, кто уже лично познакомился с нашим гномом, очень довольны результатом. А всем, кто этого еще не успел, предлагаем обязательно это сделать. Спасибо за ваше внимание и встречайте мою коллегу, директора департамента товары для дома Регину Оленину.